12 предметов. Набор называется «Желанный». Желанный. Слушай. Он будет настоящий желанный на вашей кухне, друзья мои, еще раз. Но теперь посмотрите еще раз. Посмотрите сюда, мы уже задыхаемся. Сейчас вызовем пожарную охрану. Что там у тебя сгорело? Это сковорода сотейник, которая входит в набор посуды желанной. Я сжег специально фасоль. Смотрите, как сейчас, что я делаю. Это я специально. Смотрите, несколько движений. А теперь посмотрите, все отходит. Я с легкостью могу. Посмотрите. Слушай, я была уверена, что нам придется выбросить этот сотейник. Но я теперь вижу, что он абсолютно чистота. Не пострадал. А что вы делаете, когда у вас сгорела сковорода? Что вы делаете? Я лично уже выбросила не одну сковороду. Ну а теперь с набором желанный вы будете готовить с удовольствием. Ведь вы получаете, помимо сковороды сотейника, которую мы сейчас жестко испытывали на огне, вы получаете еще 4 кастрюлик самых лучших объемов. Посмотрите. Ну и что мне очень нравится, что здесь еще и золотистые, очень красивые ручки. Вы хотите такой набор? Набирайте номер телефона и заказывайте прямо сейчас. Наш набор, который называется «Желанный», знаешь, почему уникальный? Дело все в том, что мы предусмотрели самое главное уникальное достоинство – это полная комплектация. Так, какой я не ошибся. Полная комплектация. Для кого? Для хозяек молодых, для молодых семей, для тех, кто уже прожженные кулинары, такие как я. Для любого пользователя, для любого человека – конечно же, может приготовить. И для тех, кто любит экономить. Ты знаешь, Олег, да. А у меня вопрос. Золотистые ручки, это так красиво. Насколько это прочно? Это прочно и качественно. Во-первых, это эстетически. Кстати, да. Мой выбор – золотые ручки. Потому что, посмотрите, несмотря на то, что нержавеющая сталь, золото очень хорошо, конечно же, вписывается в эти прекрасные части. А как будет части. Смотреться роскошно этот набор посуды на вашей кухне? Эстетика, благородство. Благородство и функциональность все в одном флаконе. Набор посуды желанный, пусть исполняются ваши мечты. А еще, мужчины, обращаюсь к вам. 8 марта не за горами, а вы подумали, что вы будете дарить? Подарите своей хозяюшке новый набор посуды. На чем она готовит? Может, и желания тоже нет такого разносолы устраивать на столе. А когда вы сделаете такой ценный подарок, она будет с удовольствием баловать вас и, конечно же, радовать новыми блюдами. Итак, по поводу комплектации поговорим. Вы знаете, что я был тут в магазине, 1999. Тот сотейник, который я тестировал на ваших глазах, он один такую цену стоит. Да. Теперь представьте, какая у вас экономия. Вы получаете 12 предметов. Согласитесь, в этой кастрюле вы можете приготовить борщ. В этой можно приготовить, конечно же, можно приготовить гарнир. Но при помощи сковороды сотейника можно приготовить вкусные стейки. Можно потушить. Или, как я сейчас делаю на плите настоящее мексиканское блюдо. О, давай рассказывай рецепт. Мексиканское блюдо. Слушайте, экзотические блюда готовит Олег Сотников на наборе посуды. Желанный. Исполняйте свои желания. Итак, что необходимо для блюда? Прежде всего, конечно же, хорошее настроение. Я здесь порезал колбаски говяжьи, я порезал куриные грудки, я порезал перец и, конечно же, добавил красный лук. И все это оставляю тушиться. Но у меня отдельно в кастрюле, конечно же, тушится, конечно же, фасоль. Фасоль по-мексикански. И теперь рассказываю, почему полный комплект. Смотрите, здесь я жарю. Здесь вы можете тушить, жарить стейки и заливать, к примеру, как я сейчас делаю, вот таким вот соусом. Это с паприкой, у нас сметана и здесь немножко чили-перец. Оставляем тушиться, конечно же. Рядышком в кастрюле, к примеру, можно приготовить прекрасный гарнир. Так, здесь смотрим. Здесь у меня готовится... А, вот. Здесь у меня готовится гарнир. Сейчас я, конечно же... А что у тебя идет на гарнир? Это что там у тебя? Показывай. Это фасоль тушеная с чесноком, с луком в томатном соусе. Оно у нас пойдет в качестве гарнира. Кстати, вы видели, что у нас в сотейнике обжаривается и тушится. В кастрюльке у нас готовится гарнир. А в большой кастрюле это что? Кстати, наш полный набор. Значит, вам докупать ничего не надо. Здесь
здесь жарите, тушите, можете готовить любые кисло-сладкие блюда, потому что наш набор изготовлен из нержавеющей стали. Слушай, а вот почему ты так делаешь упор, что это нержавеющая сталь? Что это очень дает? Важно. Вот согласись, Оль, когда мы готовим кисло-сладкие блюда, обыкновенные, простые, в обыкновенной посуде, к примеру, металлической или алюминиевой, так, получается иногда привкус металла. А нержавеющая сталь, она никогда не даст привкус металла, раз. Кроме этого, ты можешь сделать соленье здесь, мариновать и, конечно, сделать заготовки. Итак, прекрасная возможность сэкономить сегодня. Ты знаешь, Олег, у меня прям слюнки потекли, хочу все попробовать. А представляете, как ваши домочадцы будут бежать на кухню и говорить: мама или бабуля, я хочу кушать, как вкусно пахнет. Ведь на этой посуде у вас всегда будет однозначно гарантированный хороший результат. Итак, посмотрите, только что я здесь приготовил, конечно же, фасоль. Я тушил ее при помощи кастрюли, которая входит в комплект, 1,9 литра. Итак, сейчас еще раз. Так, посмотрели, конечно же, на фасоль и переходим, конечно же, на основное блюдо. Вот оно, прекрасное это блюдо. Добавляем чуть-чуть обязательно зелени. Так. Все здесь уже готово. Можем добавить немножко паприки. Острый перец здесь есть. Так. Маслины, оливки и переходим, пожалуйста, итак, за мной. Итак, вы готовить будете тоже разнообразные блюда. Знаете, за что я люблю рубрику «Кухня»? Во-первых, конечно, я все пробую. Я узнаю новые рецепты. Олег Сотников всегда щедро делится своим кулинарным опытом. Ведь он повар с 23-летним стажем в системе питания. Он работал и в ресторанах, и в столовых. То есть это человек, который знает изнутри, как вкусно сделать блюдо из самых простых продуктов. Набор посуды желанный – это исполнение ваших кулинарных желаний. Итак, друзья мои, помните, что сковорода-сотейник подвергалась самыми мощными испытаниями. Здесь мы готовили, пережарили фасоль. Так. Добавил я сюда паприки, добавил сахара, никакого масла. Легко корочка снялась. Теперь я, после того, как протер, готовил, конечно же, наше прекрасное блюдо. Сейчас я протираю и доказываю вам, что здесь качественное антипригарное покрытие. Поэтому не бойтесь, заливайте сюда все, что хотите, значит, вам не придется отмывать. Ваш сотейник прослужит долго. Сотейник прослужит долго, он входит в комплект, 12 предметов. И посмотрите, все это приедет к вам. Итак, друзья мои, напоминаю еще раз, это набор посуды желанный. Еще раз, какая выгода у вас? Во-первых, вы выигрываете в цене, потому что вы получаете полный комплект. Раз. Второе, друзья мои, это очень удобный комплект, потому что здесь при помощи этого комплекта вы можете готовить завтраки, жарить стейки. Конечно же, вам не надо покупать дополнительные предметы. Здесь все продумано. Я лично тестировал. А еще я хочу поздравить всех, кто влюбился в набор посуды желанной. Экономьте, заказывайте прямо сейчас.